Мафия стрим. Известные блогеры выполняют задания. Елена. Привет. Привет, привет, привет всем. Привет. Так, смотри. Да, вон они там, а они у нас там, они у нас пишут. Я вот тоже здесь. Еще такого не делаю, у меня будет первый опыт. Оу, представляете, ребята, я первый. Классно. Смотри, ты раньше играла же в Мафию. Да, конечно. Вот, отлично. Это самая народная игра. И я знаю, что ты к нам приехала в гости. И приехала в гости, скажем так, не с пустыми руками. Сегодня будут какие-то спешл фишечки, спешл кайфушечки от Елены Берка. Это точно, я привезла очень много крутых штучек, специально для вас подготовила. Конечно же, они в моем формате сексуальные, эротические и желанные. Я ориентировалась на ваши запросы, что чаще всего спрашивают у меня именно конкретно мои подписчики. Ага. Но, надеюсь, вам это тоже будет интересно. Можно я поймаю? Незнакомство, Диана моя. Ози, погоди. Смотри, скорее всего, поверь мне, пожалуйста, по физиогномике. Просто. Ленина по ты поймешь, от кого это. Ой, блядь. Что творится? Что творится? Беркова с рук кормит арендой. У нас коктейль от бывших. Лена, это тебе надо послушать. Коктейль от бывших. И в этом коктейле будет принимать участие Елена Беркова. Два человека от бывших. Это значит два писюна и два человека. Елена Беркова и Ренейри! Погнали, девчонки, погнали! Стульчик, сейчас. Стульчик. Один стульчик, дайте стульчик. Срочно стульчик, еще один. Да, сейчас на вас идет камера. Должно быть обосновано, подожди. Нет. Она просто хочет подставляться. Так, смотрите, вы сейчас, давайте, да, стульчик второй, давай. Да, конечно. Можно даже снять лифчик, если кстати, купить. Можно потрогать больше? Присаживайтесь. Присаживайтесь. Итак, смотрите, как сейчас будет это происходить. Я стану за вами. Вам надо щечками прижаться друг к дружке. Жмитесь, пожалуйста. Бля, Ирэн, извини, да. Я не ожидал, подожди. Ире, давайте хлопаем! Ой, как все потекло! Ребят! Это прекрасно! Лен, скажи, что за шутки? Ирэн, успокойся! Дайте Ирэн еще один, блядь! Еще, пожалуйста! И, Ленчик, надо допить. Я всю жизнь это мечтал. Спасибо. Спасибо Ютубу. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Эти писюны пустые, друзья. Поаплодируем. Вау, ребят. Это начало очень крутое. Погнали. Давай, ты села? Да, вот так. Посмотри. Сильно. Это звучало очень сильно, Лен. Сейчас я иду пойду. О, есть! И он выдержал это, ребята! Хомяк! Ой, блядь, да я вытащу, блядь, это все. Все, вытащил. Уважаемый хомяк, пожалуйста, расскажите ваши впечатления от произошедшего. Что вы думаете? Жопу больно. А, да, ему больно? Ему больно, блядь, жопу, да? Да, больно. Молодец. И у нас мокрая майка. У Ирэнейри! Мокрая майка у Ирэнейри! Пожалуйста, мокрую майку в студию и аппарат, вернее, майку и аппарат, в котором она станет мокрой. Вам надо сделать из ее маечки мокрую. Ну, так, я тебя люблю. Ловочкой. Итак, раз, два, три, поддержим, давай! Лена исправляется с выстрелами. Давай. Да.
Ой, давай. Побольше. У меня уже не только маечка мокрая. Вот так вот, да. Вот это маечка, я понимаю, блин. Давайте поаплодируем! Ой, Ирен! Теперь Ирен будет с нами сидеть голой, друзья мои, просто голой. Вообще, спасибо нашим девочкам за то, что они сделали с Ирен. Спасибо, Ирен, присаживаемся. Ленчик, давай. Осторожно, мокрая, Ирен. Да, все, проходим, присаживаем. Очки кролика, Лен. Тебе надо посидеть в очках кролика! Давай! Есть ощущение, что хуйня за нами. Ребят, да? Можно я говорю? Надо снять только трусики. Свои очки. Я напоминаю, вы можете приобрести мои трусики прямо. А покажи, как они выглядят. Я, может, я хочу, покажи, как они выглядят, пожалуйста. Я люблю трусики. А сзади покажу я. Давай. Я туда сюда, потому что он натянул доктора. Мне здесь сказали вторую ночь проверяли. Хочу, чтобы было так же, как в первый раз. И я обязательно выиграю. Я еще никогда не проигрывала. Ни разу. Все сдаются просто до третьего раунда. Супер! Вот это вы! Коктейль от бывшего в студию! Коктейль! Я опять этот 14-летний мальчик, только я уже в этом участвую. Да ладно. Ребята, мы кончаем, погнали! Тихо. Ребят, поздравим Елену, а то с тем, что она выпила коктейль от бывшего. Ура! Трогай меня всего, я в тебя не буду. Уверен? Да, конечно. А что ж там прикрылся? Какой трогай меня всего? А ты заметила уже? Народ. Так, смотри, значит. А Диак, ты не смотришь, да? Диак, тут мне просто помогает. А что мне смотреть? Зрители смотрят. Все, он кончил. Скажи, кого голосовать. Кого голосовать, скажи. То есть ты мой соратник? Да, скажи быстрее. Только трогай. Мне нравится настрой Лены на вторую игру. Говори. Поэтому для Беркова. Заказали коктейль Беркова Стайл. Беркова Стайл! Коктейль! Погнали, Лев! Ну, давай, я половинку, другую информацию. Да, давайте половинку. Это было очень много. Я уже столько жидкости просто выпила, что... Я верю. Ну, чуть-чуть. Понимаешь, то, что ты держал... Давай так, ты его заберешь с собой. Ты начнешь и заберешь с собой. Нет, трубочку. Смотри, что она делает, ребят! Это импровизация! Лена! Юрист, ты понял, что тебя ждет, блядь? Ты понял, блядь? Просто в ногу... Это юрист, говори. А теперь чуть-чуть... Кстати, я могу взять за Я
Смотри, юрист завелся уже до окончания. Все, пиздец, юрист. Я как всегда тебе буду помогать. Вот я тебя взял. Потирать буду что-нибудь тебе там. Промакивать, да. Давай, бля, юрист завелся, что, блядь, маленький мальчик. А что ты завидуешь? Вот мне, я к тебе не вот эту хуйню заливаю, бля. Ну, я думаю, я выполнила миссию. Да, забирай коктейль с собой. Ребят, давайте поаплодируем Лене. Это было шикарно. Шикарный прием этого коктейля. Вот смотри, у тебя что-то беленькое. Приблизьте, пожалуйста. Победа, давайте! Лена сделает это хомяку! Конец, девушки, с этого дня! Да я думаю, что девушка сама и заказала. Да бля! Ай, бля! Кадр, ёшки! У хомяка точно нет девушки, я вам... Давай, хомяк! Хомяк, ты лицо умыл или что? Я не могу понять. Лена, давайте поаплодируем Лене за эту шикарную подачу текилы. Спасибо, Лене, спасибо. Я хочу. Всегда хочу. Я хочу! Что, да? Да. Ребят, почти сбылась моя мечта. Елена Беркова посидит с вами в нижнем белье. Да. Можно я тебе помогу? Можешь. Моя мечта. Моя мечта. Да, успокойся, не трогай. Я тоже за. Там есть сюрприз. Где? Вот здесь. Я хочу... Внимание! Ну все же согласились, что только... Да! Да! Мы ждем! О! Лена! Слышите? Послушайте, а получается, друзья мои, вы потом посмотрите на наши прекрасные формы. Лен, смотри, смотри, твоя счастье вот так вот сидит. Ждешь, ваш, что она смотрит. Господин ведущий, а можно потрогать? Нет, нельзя потрогать, никому не нельзя, только смотреть. Юристу, текилу. И если можно, Лен, от тебя. Можно от тебя? Вот, пять ему на лицо. Вот, я думаю, ты справишься. Текилу юристу! Все, это же не по правилам, там нельзя втюриваться. Да, Лен, ну что, делаешь? А, да, ты как она разговаривает. Да, отойди. Ой, блин. Ложись, юрист. Она все мою. Открывай рот, блядь. Не на лицо ему сядь, чтобы он умер. Меняем позу. Да ладно. Ой, юрист, вот это да. Да ну. Да, давай. Давай, ладно, нахуй эту текилу, блядь. Просто садись ему на лицо. Юриста, глаза, все показали. Что ли? Слушай, ну это лучшая юриста текила! Лена просто молодец! Молодец, Дэнси, спасибо. Так, невинно, переходим к... Смотри, пожалуйста, лицо. Тилолу на коленке! Ребят, да, вы знаете, как сосочки брать в рот, да? Не знаю, тут такие... И нас сейчас не перебьют. А, да, там сахар нельзя. Блин, когда я тебя пугала, не пиздите. А можно прихватить? Не, это только открыли, но там сахар. Там сахар, я понимаю. Да, окей. О, молодец, умничка. Чуть-чуть переверни там козырки. Вы тоже сидите, нормально? Нет, а что у тебя с
шляпа происходит. Я считаю, что мафия с первого дня. Там призик. Там призик. Не только у Берковой, только у Берковой. Законы в розыске, когда тебя не беру. Вот так, у как ты мог? ММА от Берковой. От Берковой. Лен, смотри, что ты сейчас делаешь? Мы принесем тебе боксерскую перчатку. И тебе нужно пробить его присуху. С полной силы, Лен, с полной силы. Как ты умеешь? Просто боксерской перчатки. Дай ему по печени, чтоб он слег, блядь. Пожёстче. Ребята, я жду перчатки. Перчатки жду. Перчатки. Хомяк, становись сюда. Сейчас принесут нам перчатки. Ты можешь пока дверь станцевать. Сейчас перчаточку. Только если сверху. Я говорю, что я никогда не проиграю. Давайте вместе станцуем сверху. Это уже в конце концов, блядь. Давайте. Ой, блин, Лен, это не твердь. Вот, Лен, тебе правая, левая какая? Обе. Если по печени, то левая. Нет, а Лен. Если печень с той стороны. Один. Можно в точке. Ты можешь стать сзади, чтобы... Не моего размера. Я думаю, Итак, ребят, ты становишься сюда. Я отвечу в КВ. Успокойся. Ты сейчас... один удар, как ты. Это? Это ты заслужил и два. Итак, хомяк. Итак, Лен, ты готова? Итак, раз. Не лицо, да. Раз, два, три. Ребята, это был стрим, мафия, стрим-шоу, которого мы все ждали. Елена и Беркова. Елена, победитель этого турнира! Ребят, подписывайтесь, приходите на следующие стримы, мы вас ждем. Это было очень круто, спасибо всем за участие, за просмотры. Мы вас ждем, пока.